сейчас на улице примерно 16 градусов. Вчера был дождик, сегодня солнечно. Вот я вам хочу показать нашу израильскую погоду. Сегодня подводим итоги конкурса. 26 декабря. Вот мой новогодний натюрморт. И я сейчас произведу розыгрыш. Всем доброго времени суток. И сейчас я произведу розыгрыш призов на моем канале новогоднего конкурса. Вот у нас такая новогодняя обстановка. У нас 14 участников. И следующие призы. Слайд-шоу вашего канала. Это третье место. Интро для вашего канала. Второе место. И, наконец, первое место. Трейлер вашего канала. Приступим к розыгрышу. Здесь 14 номерочков. 14 участников. Я не буду всех вам показывать. Поверьте мне на слово. Я хочу произвести обзор участников нашего конкурса. Итак, в конкурсе приняли участие 14 человек, 14 каналов. И о каждом я хочу вкратце вам рассказать и показать. Участник под номером 1 Елена Подарочная. На ее канале 640 подписчиков. И сейчас мы узнаем, о чем канал. Мой канал – это жизнь современной женщины. Видеоролики о том, как мыслить позитивно. Страна Россия. Давайте посмотрим ее последнее видео. Как украсить новогоднюю елку. Шапка на елку своими руками. Новогодние шапочки. Так что елку мы с дочкой тоже согрели, прям как в песне. Кто захочет посмотреть, как делать эти новогодние шапочки, вы можете зайти к Елене на канал. Ссылку увидите под этим видео. Участник под номером 2 Виталик Плет. 255 подписчиков. Канал «Строительство, компьютерные игры, приколы». Под номером 4 у меня специальный участник Джадзе Мария Альгар. Это канал из Испании. Он делает различные прикольные видео. У него 22486 подписчиков. Каждый день выпускает видео. Больше всего у него видео о разных политиках. О Трампе, о Меркель. Вот, посмотрите. Вот такие смешные он делает прикольные видео. Участник под номером 5 мужской канал. Это очень активный мой подписчик. Он делает часто комментарии почти под каждым моим видео. У него 7173 подписчиков. Что это за канал? Мужской канал. Посылки из Китая, самоделки, полезные советы, обзор инструментов. Страна Россия. Очень интересное видео. А как поступил бы ваш ребенок? На Рождество детям предложили те подарки, которые они хотели бы. А потом сказали, сделайте выбор, а что бы хотели ваши папа или мама? Ну, это же подумали и узнали какие-то самые сокровенные мечты своих родителей и сказали об их подарках. И тут им предлагают подарок для них, то, что они хотели, и подарок для мамы или папы. А потом предлагает выбор. Что бы вы выбрали? Свой подарок или для папы, или для мамы? И поразительно, что все дети выбрали подарки для родителей. Очень трогательно. Посмотрите, какая реакция родителей. Очень-очень-очень милое видео. Замечательно. Спасибо. Спасибо мужскому каналу. Смотрите мужской канал. Очень интересно. Участник под номером 6 Babyland. Это детский канал. У него 2312 подписчиков. Давайте посмотрим. Куклы-пупсики, бэйби-борны, другие супергерои. Игры в дочке-матери, игры для девочек, забавные детские истории.
страна. А страны почему-то здесь нет. Ну, очевидно, Россия. Вот последнее видео. Как хомячок напал на детей. Да, сынок, пупсики. Это хомячок. Он не злой. Это не злой. Ты не видела мою желтую машинку? Я твоими машинками не играюсь. Делать так, такие интересные мультики с такими сам эффектами. Сам будешь все убирать. Где-то тут хомячок прячется. Маш, ты точно ее не видела? Да отстань ты! А, вот он. Так что смотрите. Смотрите. Моя самая любимая желтая машинка. Это очень интересно. Участник под номером 7, диджей Тьюда. Это участник из Бразилии. У него 5945 подписчиков. У него очень интересные рецепты. Вот один из моих любимых рецептов. Olá, tudo bem? Estamos aqui para gravação de mais um vídeo do canal. Vamos fazer uma Вот рецепт. Десерт с клубникой. Посмотрите, как мужчина здорово делает этот десерт. Заходите на мой канал и увидите ссылку на этот рецепт. И это вот будет такая вкуснятина. Участник под номером 8 Злата ТВ, Украина. Злате 3 года. Разные игры с мамой, бабушкой. Златочка, у дедушки Коли будет наряжать елочку, да? Вот елочку. Злата наряжает елку. Детям, конечно же, елка это волшебство. Курочка, да, наверх? Да. Вот смотрите, какая вот красивая елочка. Скажи, всех с наступающим годом. Новым годом. Под номером 9 сударыня Виктория, тоже детский канал. 376 участников. Россия. Всем привет, я Виктория, мне 6 лет. Будем вместе играть, развиваться, веселиться, познавать мир и учиться. Давайте посмотрим, вот какое новогоднее, последнее. «12 Нина Юдина», 1150 участников. Канал про жизнь, Россия. Как бабушка с внучкой занимается спортом. Молодец. Смотрите канал Нины Юдиной. Вероника ТВ, участница под номером 13, 196 подписчиков. Вот смотрите, наверное, меньше. Она участвует в каком-то новогоднем концерте и танцует вальс. Вот она, по-моему. Да. Посмотрите, какие милые дети. Я обожаю различные детские праздники. Когда участвуют потом дети, это просто трогательно, замечательно. С Новым годом! Так что смотрите канал Вероника ТВ. Под номером 14 канал «Готовим без мамы». Девочку зовут Алина. И вот она так смешно написала: «Готовлю сама, маму не допросишься». Алина из Украины. И, кстати, единственная, кто выполнила все условия и все задания, которые я просила. Она запостила мой канал, ссылку на мой канал на Фейсбуке. Хотя я ставила как одно из условий для всех участников. Но поскольку, наверное, многие
почти все невнимательно читали условия, то я уже сделала скидку, и вот приняли участие те, кто поставили лайки хотя бы. И то не все номер лайка поставили, поэтому некоторые не приняли участие, только поэтому, потому что я не могла разобраться, под каким номером, как же их, как им принимать участие. Такой новогодний рецепт интересный, поскольку год петуха, она придумала салат под названием кукаихи. Смотрите, чудо. Разыгрывается третье место слайд-шоу. Размешиваем, размешиваем, размешиваем. И вытаскиваем. Это номер 10. Номер 10 у нас Марина Азизова. Россия. Город Анапа. Марина Азизова. Победительница нашего конкурса. Она заняла третье место. Получит слайд-шоу. Я свяжусь со всеми участниками. Давайте посмотрим, что это за канал. Здесь 268 участников. О канале. Всем привет, меня зовут Маруся. И я буду делиться с вами фрагментами своей жизни. Добро пожаловать. Давайте посмотрим ее последнее видео. Она приняла участие в замечательной акции. Всем привет. Эта акция... Подарки для детей, у которых нет родителей. Мариночка со своей мамой молодец. Вот приобрела такие замечательные игрушки. Вот смотрите, упаковала там кукла Барби. И вот такой петушок новогодний. Это будет кому-то замечательный подарок. Что я хочу сказать, Мариночка... Вам такой совет, нельзя делать видео на телефон вот так прямо переворачивая перпендикулярно, потому что получается вот такое видео, всего лишь занимает треть экрана. Нужно его переворачивать горизонтально, и тогда будет на весь экран. Разыгрываем второе место интро. Размешиваем и вытаскиваем. Это номер... 11 подряд, ничего себе. Номер 11. То, что нужно каждому. Второе место у нас занял участник под номером 11. То, что нужно знать каждому, к сожалению, у него не указано количество подписчиков. А канал, это простой канал о том, как хозяйничать в доме. То есть он здесь дает полезные советы, рецепты. Селедка без костей, ремонтируем. Салат 2017. Давайте посмотрим. Новогодний салат какой-то. Корейский салат Манкапча. Идеальное дополнение к любому блюду. Оставайтесь с нами. Корейский салат из морковки. Для начала мы не только почистим морковку, но также выберем необходимые инструменты. У нас вот такая немножко кустарная, купленная на базаре морковка-терка. У нее... Смотрите, какая терка. Остатки морковок. И как получается соломкая морковка. И наконец я хорошо размешиваю. Смотрите. Хорошо размешиваю. Разыгрывается первое место. И вытаскиваем. И смотрим. Это номер 3. А номер 3 у нас веселые игрушки. Итак, первое место у нас занял участник под номером 3 «Веселые игрушки». Ну, это уже достаточно зрелый канал. Здесь 4794 подписчика. Давайте посмотрим о канале. Канал «Веселые игрушки» – это короткие рассказы для детей с участием интересных персонажей, такие как Маша Медведь, Робокоп Поли, Фиксики, Машинки и другие. Страна США. Вот смотрите, какие новогодние. Ну, давайте посмотрим один из последних мультиков. Мультик «Баба Яга», «Дед Мороз». Представляем
и свинка Пеппа. Исполнение желаний. Новые новогодние песни 2017. Здравствуй, дедушка! Ты уже готов в путь-дорогу? А я еще мешок не собрала. Дедушка, подожди немножко. Я сейчас быстренько сбегаю и мешочек соберу. И принесу. И пойдем деткам раздавать подарки. Так, давайте посмотрим. Ой, как интересно! А я могу всем желающим раздавать. А если у них будет несколько желаний? А вот еще какой присылка. Тогда подари мне снежинку. Я сама желание загадаю. Конечно, конечно, держи. Подарок и исполнение желания. Познакомься, это твой братик Джорджик. Ты себя хорошо в этом году вела, так что получай магический шар. Всем подарки. Ваше желание. Всех с Новым годом поздравляем. Желаем счастья, добра и удачи. Итак, смотрите, канал «Веселые игрушки», который стал победителем нашего конкурса, поздравляю, поздравляю. Я думаю, все присоединяются. Поздравляю. Я поздравляю всех участников и победителей этого веселого новогоднего конкурса. Благодарю всех своих подписчиков, настоящих и будущих. Желаю успехов вам в новом году. Желаю здоровья, счастья всем вашим семьям. И до новых встреч. Всех буду рада видеть на моем канале. Удачи!